Всем привет! Решила немножечко поиграть на основе, но я не был готов, что меня ждет в этом глобале. Я думал сейчас на видос, короче, подниму 5500, и у меня было 5330, и вы посмотрите, как я слился. Но я сейчас практически каждый поединок менял колоды, и начал я играть, ребята, колодой со спарки. Думаю, ну блин, ну что с этим големом постоянно играть? Ну у меня спарки, блин, 13 уровня, у меня принцесса 13. Ну что мне, я хочу что-то другое, хочу экспериментировать, разные колоды. Думаю, возьму-ка я, поиграю я, пофанюсь. И знаете, какая колода мне подобралась? А подобралась мне вот такая вот колода, ребят. Вот такая вот колода мне подобралась. Не верите? Сейчас покажу. Вот, смотрите. Бен-Бен, видите, да? Давайте его профиль включу. У него 5800 кубков. То есть это не какой-то там игрок. Я не знаю, что... Блин, так ему приснилась дека. Видимо, осмысленная колода. И чтоб вы понимали... Вот посмотрите, обратно сейчас перемотайте ролик на мою колоду и посмотрите на эту. Знаете, как происходил мой поединок? Я выбрасываю спарки, летит ракета, думаю, ну ладно. Выбрасываю принцессу, летят стрелы, думаю, все, забайтил. Кидаю гиганта плюс орду миньонов, думаю, ну хер ты задефаешь. Он ставит печку и кидает поизон. Я такой, блин, печка, поизон, ракета? Ну ладно. Начинаю строить атаки с разными связками, вижу хижину, вижу варваров. Просто ужас. У меня не то, что шансов не было, у меня такое ощущение, что, я не знаю, ну я вам уже приводил пример, связали руки, завязали глаза, и все, и типа играй как хочешь. Я, ну, без шансов, тупо без шансов, либо мне просто так не повезло, и я не знаю, как могла подобраться колода против спарки с ракетой, блядь, с мортирой, с варварами, с поздно, охереть. Ну, хоть разряда не было, и на том спасибо. Короче, я думаю, что стоит взять эту колоду. И я хочу, чтобы сейчас мои соперники испытали такие экзотические чувства, которые они вообще не испытывали ни разу вообще за всю историю. Короче, поехали отправлять сраку в космос. Я думаю, что сейчас у всех моих соперников будет гореть от этой колоды. А, ребят, кстати, у меня сейчас стримы проходят не на этом канале, потому что на этом канале сейчас страйк, я не могу стримить, поэтому стримы проходят на моем втором канале, ссылка на него в описании. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик. Там уже провели мы там 4 стрима, они остаются в общем доступе, можете их пересмотреть. Там уже много кто подписан, поэтому подписывайтесь, ссылку оставляю в описании. И в первом же поединке я проигрываю голему. Не получилось, не получилось отправить пукан на Марс, но я считаю, что голем контрит эту деку. Хороший вывод, ладно, подытожили, голем контрит эту колоду, все. Тут не будем спорить. Надеюсь, больше голем не подберется. Давайте, Хога 2.6, мортир, гигантов. Вообще всех-всех, любых колод сюда. Лаву давайте, лаву вообще я уничтожу в пух и прах. Голема, да, блин, я не знаю, против голема было сложно. Ну, либо я неправильно играл. Я с мортира на самом деле вообще боюсь голема. Реквием, слушайте, а меня не что-то этот ник напоминает. Посмотрим потом профиль этого игрока, сколько у него кубков. Что-то мне такое чувство, что это какой-то топ-игрок там нереальный. Стрелы, да? Окей. А как тебе вот, варвары, а? Как тебе варвары? Ставим мортиру. Не, вряд ли это топ-игрок. Он бы не... Откуда там мега-рыцарь? Мега-рыцарь с пекой? Слушайте, сегодня день какой-то дебильных колод. Я вам сейчас покажу еще. Мне подбиралась сегодня колода. Блин, этот, как его... Голем с клон-спеллом, блин. Голем с клон-спеллом. И это тоже топ-игрок был с 5800. И я ему проиграл. И, блядь, ну что за колоды сегодня-то такие? Что случилось с глобалом? Блин, я охренею. Жесть. Ну ладно. Не повезло мне просто. Сегодня какой-то... Сегодня за день. Воскресенье, не знаю. Вроде нормальный день, выходной. Че, блин, шакалы какие-то, блин, все тут в глобале, блин. Ну, правда, ну что за колоды? Да, были нормальные деки там. Я не знаю, Хог 2.6, гигант 3 спыла, мортира там со спеллбейтом. Ну, мега-рыцарь с пекой, блин, что? Голем с клон-спеллом, что? Мортира с печкой, с хижиной, с ракетой и с поизоном, что? Что? Что за бред? Ой, жесть, ладно. Я сейчас этим бредом, кстати, сам играю. Ребят, ну я думаю, что все-таки эта колода действительно имеет какую-то такую долю сарказма. Ну просто, я не знаю, это тролль какая-то дека. Я не знаю, что, блин, автор этой деки, что сюда заложил. Вот как он это, блин, вообще, фак, я не понимаю. Как можно играть этим бредом? Прикольный фриз. Так.
Ставим, ой, да, фриз. Ставим хижину, спамим, короче. Просто спамим его. Слушайте, а у него поизон, да, был? Или не было у него поизона? Так, хорошо. Так. Здесь у нас стрелы. Если у него поизон был, то это, конечно, плохо. Так. Слушай, я буду ракетами его забрасывать. Да пошел он куда подальше. Ракетами буду закидывать его потихонечку. Да, что мне остается делать? Мортиру ставим сюда. Здесь мы поизон. Все, отлично. Мортира, что, дамажит кого-то, нет? Блядь, мортира сагрилась, к сожалению, не на вышку. Охрененная дека против меня. Пека с мегарыцарем. Жесть. Так, ладно. Сейчас все будет, друзья. Закидываем ракету. Сейчас просто уже будем закидывать ракетами. Дебильная колода против дебильной колоды, друзья. Ёлы-палы. Мне надо брать 5500, а я занимаюсь ерундой. Я занимаюсь вот этой херней. Играю колодой. Просто жесть, смотрите. Сейчас просто нечем будет контрить мегарыцаря. Ну, я подожду его фриза. Стрелы. Так, хорошо. И варвары. Срочно. Блин, я же надеюсь, не снесет он вышку. Так, отлично. Копейщики. Бьет. Меня бьют. Обижают. Ставим мортиру. Все, вот сейчас тупо последние тычки. Если сейчас все хорошо, закидываем ракету. Еще одну тычку, давай, еще одну тычку. Ракета, еще одну тычку. Стрелы там, я не знаю, ебой. А я мог проиграть. Давайте посмотрим на рекорд этого соперника. Так, тихо. Рекорд соперника. 5500, слабенький. Ну ладно. Фух, ладно, поехали. Тут, правда, какая-то дичь была. Самбо, Дестрой. Слушайте, я этого... Опять знакомый ник. Такое ощущение, что я... Нет, на этом аккаунте я вряд ли записывал видео, но... Но знакомое что-то. Окей, давай. Поехали. Опять пека. И вот так вот сходу, что, опять кладбище? Ну ладно. Так, варвары, так... А чё так пеку у мостика? Разве так можно? Я перестал понимать эту игру. Я не вижу логики вообще, блин. Ладно. Давайте просто к черту логику просто играем. Ставим хатки со спамом. Так. Не, ракету нет. Я думаю, что стоит поставить мортиру на деф. Но это, скорее всего, кладбище. Скорее всего, блин, ну палач, кладбище, я... Палач, пека, кладбище, вот. Ну не шарик точно. Так, ладно. Да, это именно оно. Но только, блин, ошибка моя в том, что я сейчас слил поизон и походу повелся. Не надо было так делать. Точно не надо было так делать. Так, а на какую сторону спам ставить? Да давайте на правую, там мы больше урона нанесли. Все. Это не вообще совершенно другое. Другая история. Неплохо. Так, ставим печку. Опять же, не мета. Ну, а может и мета, ну, такая, знаете, странная дека. Ладно, все, похрен. Давайте не будем придираться к колодам. Какая она странная, не странная, просто играть. Так. Ну, в принципе, если это не кладбище, то не страшно поизон тратить, да, по сути. Блин, а че его духи такие наглые, блин? Наглые духи какие-то, да? Вам не кажется? Так, здесь мортира. Ой, лучницы. Так, хорошо. Я думаю, что можно поставить морту. Ставим мортиру и ставим хижину. Так. Здесь поизон. Так, фаербол, окей. Пока что парень больше урона нанес. Но это пока что. Пока что, типа... Воу. Так. Лучницы, помощь. Помощь лучницы. Не дать. Урон нельзя наносить. Так, по сути, я не должен ему проигрывать. Как бы, ну, я ж крутой. У меня мортира, у меня куча дефа. Да, по сути. Смотрите, Хок до вышки не доберется. Это уже радует. Ставим хижину. Хижину ставим. Что у него там? Фаербол. Фаерболом ему долго добивать мою вышку. Мы можем просто спамить. Да, у него есть палач, что, блин, опять же, неприятно то, что нас это контрит. Смотрите, какой поизон сейчас будет. Мортира на деф.
Хорош, хорош, еще та Мортира дефает, я ору просто. А, Мортира, дефай, пожалуйста, дефай, дефай. Всего лишь одну тычку должен сделать Хок. Да, прекрасно. Все, все, пацаны, смотрите, вроде как бы... Охереть. Так, все, осталось мне не пропустить Хога. Ни разу не пропустить Хога. И, в принципе, это возможно сделать. Возможно сделать. Вот, и добить его ракетой сейчас в конце просто. Просто добить ракетой. Ставим печку. Ставим печку. Так... Так. Ну что, он, я думаю, он готов уже, да? Давайте разблокируем и потушим свечу. Он реально хотел фаерболом законтрить ракету? Вы видели, да? Сколько рекорд? Так, все. Улетела срака в космос. Последний соперник, поехали. Одному проиграл, но мы сделали с вами вывод, что голем, пацаны, против голема сложно, голем всегда тащит и, ну, все-таки против голема, да, тут вообще не развернуться, блин. Вот. Ну, хотя, опять же, все на грани, нету такого, да, чистой победы. Но вот когда я играл со Спарки, это просто было неправильно, это было неправильно ставить против Спарки такую колоду, я просто ненавижу. Это, короче, фриз, наверное, с Хогом и принцессой. Смотрите, угадал? Вот давайте, сейчас принцесса будет, чекайте. Давай, ставь принцессу, блин. Ставь принцессу, я знаю, там есть принцесса. Ставь ее, ставь, давай. Вбрось свою принцессу. Хотя, если у него там принцесса, то... Мини-пек он слил, давайте, поехали. Сейчас посмотрим. Палач опять? Да блин, что вы все с палачами? Дайте, блин, нормально поиграть с спамом, лол. Палачи. Я, кстати, еще испытания не прошел, надо пройти испытания. Так, сейчас будет, короче, атака с Хогом. На варваров эликсира нету, вообще бомжара без эликсира. Так, давай. Нефти подкачали, тихо, одну тычку. Все, прекрасно. Фаербол летит, хорошо. Естественно, ему неприятно, когда духи наносят урон по его вышке. Бревно, прекрасно. Ломаем лица ему с двух сторон. Смотрите, и слева ему, короче, даем, да, отдуплиться, и справа ему не даем расслабляться. У нас еще мортира, а не знаю, я показывал ему мортиру, нет? Я думаю, что ему стоит показать еще мортиру. Вот, и знаете, куда я ее поставлю? Хотя... Да сюда я поставлю мортиру. Блин. А, я ему, походу, показывал мортиру, да? Так... Ну, в принципе, у меня выбор нормальный, да, я могу и там, типа, атаковать, мне все равно, типа, я такой, знаете, не переборчив. Так, давайте здесь мы будем разделять юнитов. Теперь надо будет ставить вот так вот. Мне кажется, там фриз последняя карта, нет? Ну, по идее, должен быть фриз, не знаю. Так, палач у нас идет на левую сторону, значит, мортиру на правую, а? Логика, да? Так, ну давай, что, фаербол, окей, ставить печку, ставим печку, так, здесь варвары, ну и что там, остается 1000 хитпоинтов, сейчас только он палача возле вышки поставит, ладно, пойзен, окей, отменяется, хотел ракету просто туда закинуть, ну ничего, сейчас потихонечку урон нанесем, так, тихо. Так, стрелы, хорошо. Так, сейчас варваров ему надо будет сразу, да. Мне надо до Пойзена прокрутиться и до... Блин, ребят, на самом деле сейчас очень страшно, потому что если сейчас он Хога закинет... Так, все, кидаем ракету, по сути она добивает, все, он не успевает и... Еще одна попка улетает в космос на свободное, хотел сказать, плавание, свободный полет. Ну, вот скажите, вот как думаете, ему приятно сейчас было? Я думаю, нет, ему неприятно, и мне неприятно, что я вот этим дерьмом играю. Ну, сука, это дерьмо какое-то дерьмовое, дерьмовое, нет, масло масляное. Это дерьмо какое-то имбовое, какое-то оно тащерское.
Но в определенных ситуациях. Иногда, блин, дают просраться этой деки тоже. Короче, ребят, сегодня какой-то негативный был выпуск. Хотя я вот просто на пределе эмоций был. Но меня просто вывели из себя. Ну, у меня было 5300, меня слили до 5100. Ну, как вы думаете? Просто то колода. Вот смотри, мне такая вот колода еще подбиралась. Вот такая вот. Я и проиграл. Вот такая вот колода. Какой-то сегодня день дебильных колод. В общем, друзья мои, я как бы, мне все равно, чем вы будете играть. Я не буду вам говорить, что не играйте спамом, это плохо. Вообще похер, играйте чем хотите. Это игра, типа, никто ж не запрещает играть, неважно, элитками, да, вот как мы бомбим. Просто, ну, горит от этого, ну, придется с этим смириться. Но попробуйте, попробуйте. Я думаю, что, знаете, вам будет приятно, когда вы будете уничтожать соперника вот этим дерьмом. Фух, 4-3 элика, пацаны. В общем, такие, ребят, пироги. Спасибо вам за просмотр, ждите сегодняшние ролики. Желаю вам удачи, до новых встреч и скоро увидимся. Пока. Is that Tokyo Grime? Is that Tokyo Grime? Is that